Здорово, здорово, ребят. Ну что, продолжаем проходить RDR 2. Будем в городе, в большом городе в нашем, как он называется-то, я уже забыл. Сен-Дени. Сен-Дени мы, значит, будем проходить сюжетные миссии. Итак, побочка у нас была последняя. Мы доставили самогон мужику, который делал электрический стул, по крайней мере прототип. Не знаю, насколько он рабочий, но у нас все впереди. Так, ближайшее, в принципе, ну вот этот мужик с самогоном. Давай мы, наверное, вот сюда сходим, посмотрим, что у нас тут есть. Брат Даркинс. Это у нас священник, которому мы денег дали. Пойдем к нему, посмотрим, что там есть. Привет, держи первый лайк. Здорово, спасибо. Спасибо за лайкос. Погнали. Вообще без понятия, где у меня лошадь. Ну давай ее позовем, чтобы далеко от нее не убежать. А то мало ли потом. Ну, заплутает, потеряется. Да, Влад Павлов, как дело? Отличное дело. Правда, сегодня на работу. Что-то так не хочется. До отпуска осталось 10 дней. Самые долгие сейчас смены пойдут, кстати сказать. Они будут очень долго тянуться, потому что... Так, ну давайте. Сестра. Давай. О, ты поймешь. Сестра, это мой друг, мистер Морган. Сэр. Привет, привет. Брат Доркинс рассказал мне про ваш чудесный поступок. Он несет много всякой чепухи. Не обижайтесь. Вовсе не обижаюсь. Совсем. Эй, стой. Это дети хуже всего. Здорово, Сварм. Спасибо. За лайкос. Найдите мальчишку и верните распятие. Малось распятие утащил. Нахрена оно ему надо? Так, и он где-то тут. Я думаю, слушай, он или в подворотне забежал? А, он где-то тут, наверное. Нет, слушай. Бля, потерялся. Суарм, ну как тебе игра? А я ее уже проходил. Да игра-то она ништяк. Отличный сюжет. Отличная детализация мира открытого. Ну, это Rockstar, чувак. Они в этом плане вообще молодцы. Что-то я не могу сообразить, где малого-то искать. Что-то он как-то в дух удрал, короче, я его что-то вообще потерял. Может, чувака там спросить? Вот этого вдруг видел. Незнакомец. Задать вопрос. Вы в порядке? Жить буду. Ты сделал мальчишка? Вы его знаете? Он меня грабил. Куда он девался? Туда, короче, побежал. Понятно. Надо было сразу спрашивать. Ну, малой по скрипту далеко не убежит, по-любому. Ремастер покупал. Я проекта. Не, нахрен надо. Эту подделку лучше качать. Потом, как поправят, может быть. А так, вообще не вижу смысла даже покупать. На торрентах. Вот и все. Даже бесплатно пока неохота играть. Помогаем пацану. Конфликтовать. Ну ладно. Эй, мистер, оставьте парнишку в покое. А как вам такое дело? А вам какое дело? Я бью намного сильнее вас, будьте уверены. Ладно, ну его. Жаль мне на тебя время тратить. Спасибо. Ты распятие-то верни. Подберите распятие. А где оно? Вот я что-то не вижу прям распятие. Но может быть совсем маленькое? А вон оно, крошечное просто. С землей сливается, не видно ни хера. Эй, вам составить компанию, мистер? Нет, точно? Эй, что, я вас знаю? Мистер Даунс,
О нет, только не вы. Уходите. Ну как, эй? Помогите. Этот человек ко мне пристает. Что? Помогите кто-нибудь. Господин полицейский, взяла мусоран, проститутка сдала меня. Вы серьезно? Что я сделал-то? Зашибись. От шлюхи меня еще не сдавали. Ну окей. Сейчас удерем. Так. Надо бы схорониться. Да ём, блять, я в повозке застрял. А вообще, по идее, лучше бы, конечно. Блять, и стрельба началась. Чё за дела вообще? Пошел за распятием, в итоге. Плюха меня сдала ментам. Ни за что. Еще и, блядь, попадос какой-то. Хера вы творите дело. Я что-то не помню даже такого задания. Ну давай на окраину куда-нибудь свалим. Бля, я выдохся. Постоим. Вот туда лучше. Вот как-то так. Да, нормально. Сейчас сваливайте. Найдите сестру Кальдерон, не привлекая внимания представителей закона. А, я так понимаю, мне еще придется еще от ментов откупаться. Что-то мне эти монахини дорого обходятся, я скажу. Сходил за крестиком. Ну окей. Так, она где-то вот как будто бы там за... Блин, там менты. Ментов тут хватает, кстати. Прям как в GTA-шке первой. Каждый день новое испытание здесь. Ну да. Суарм. Деграфон многим новым играм даст прикурить. Да, согласен. Хоть игра 19-го года, но она очень крутая. Привет, крест. Да, не может быть. Я надеюсь, мальчик с ним все в порядке. Но мы поговорим. В голове у него еще тот бардак. Но кто я такой, чтобы судить? Брат Доркинс, у вас не ошибся. Вы поистине прекрасный человек. Брат Доркинс. Боюсь, он сильно заблуждается, но я рад помочь, чем могу. Спасибо. Конечно, это просто вещь, но этот крест мне подарила мама, когда я стала послушницей незадолго до своей смерти. Вы поистине прекрасный человек. Извините, пастор, сестра. Всего вам хорошего. Ну да. Я думаю, надо поискать, короче. Не, ну слушай, пока менты не гонятся вроде. Ладно, мы это дело, конечно, посмотрим. Да, они все-таки гонятся за мной. Тогда первым делом давай-ка мы на это. 5 баксов, короче, надо отдать. Зашибись. Давай, короче, сначала на почту. Потом. Потом, наверное, вот сюда. Насчет электрического стула мы, короче. Профессором, да? Милосердие, да. Тут квест не очень длинный, короче. Тут надо будет, по идее, только посмотреть, как чувака на электрический стул сажает и все, по идее. Вроде так. Здесь у нас опять с фотографом замес. Дача, это будет последняя лучшая миссия. Ну, в смысле... самую последнюю очередь мы ее сделаем. Короче, да, давай-ка сначала на почту, профессор, потом фотограф и сюжетка. На лошадь я не буду садиться, потому что можно кого-нибудь сбить, еще бабок, ну, попасть на бабки, короче. Я тут одного уже прохожего этих копытами не затоптал. Это чревато последствиями.
Так, вот тут. Угу. Выплатить штраф, да, окей. Выплатить штраф. Заплатить. Готово. Ну, с моими 5 косарями, как бы. Играл в Киберпанк. А это вопрос или утверждение? Так, давай, да. Прокатимся маленько. Не спешим шагом до профессора. До профессора точно надо будет ехать. Да, Влад, повыв. Вопрос. Да, я играл в Киберпанк, когда она только вышла. Когда она еще была дубовой. Забагованной херней, короче. А вот. Потом понял то, что некоторые миссии там просто не работают, их тупо не пройти. А вот, поэтому я ее забросил. Но на канале вот получается где-то серии 5 вышло по этому делу. Я вот думаю, может, ну так как ее более-менее починили, хотя бы там миссии до конца можно пройти. А машины не валятся сверху, с неба просто так. Люди в Т-позах не стоят. Я думаю, может быть, хотя бы это как-то. Можно как-нибудь взяться. В принципе, сюжет уже давным-давно заспойлерен. Так что... не принципиально, короче, когда ее начинать. Посмотрим. У меня тут скоро отпуск, так что времени будет полно. И, наверное, стримы будут каждый день почти. Я не смогу вам помочь, если не вам скажете, что вам нужно. Давай тогда в ту сторону пройдем. Чем я могу вам помочь? Спросить, да. Начальник, я представляю изобретателя машины для казни электрического стула. И он, так сказать, хочет продемонстрировать здесь свое изобретение. Я знаю об этом человеке и о его работе. Думаешь, заиграет? Ну да, да. Наигрались от души. Заплатить $100, чтобы мне разрешили провести казнь. Ну, точнее, профессору разрешили. Ну, давай. Okay. Well, ладно, это честная цена. Вот, держите. Вот ваше разрешение, сэр. Разумеется, сначала придется соблюсти обычные формальности. Например, найти подходящего кандидата для этой казни. Я передам профессору. Желаю удачи. Угу. Что-то в городе одни растраты, я смотрю. То тут за распятие пятерку заплати, то там где-нибудь бабок отслюнять. Профессору уже надо эту казнь провести. Я-то тут при чем? Вот пускай бы и платил со своего кармана. Я ему самогонки принес, значит. Как говорится, в рот положи, пожду и проглоти за него. Hello. Да. Надо что-нибудь сожрать. Определенно. А то у меня этот как заканчивается. То самое. Да. Прибухнем. Че бы нет. Я ж к профессору еду. Тут-тут-тут-тун. Где он у нас? Опять там же, да? Ну давай, 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 закончим уже этот квест, короче. С профессором. Еще какой-то изобретатель попадется нам. На этом, помню, будем на корабликах что-то гонять. Так, тихо, тихо, тихо. Милостыню, да. Повышаем карму. Слепому. Дать денег. 50 центов. Нихуя деньги, но карму повысить.
Да-да-да. Вы просто святой. Ну, конечно. Не благодари. Он встал сразу и ушел, походу, бухать. Ушлые ребята. У нас вообще что-то все, смотрю, закрыто. Суарм. А потом снял повязку и пошел по своим делам. Но. Ну, типа, знаешь, там чувак на каталке, да, милостыню не собирает, потом встал, поблагодарил и ушел. Тоже из той же серии. Слепой, как он передвигался без палки? А шел он довольно-таки бодренько, как зрячий. Может, действительно вред? Надо было бы, наверное, ну, чисто для любопытства, было бы прикольно за ним проследить. Ладно, что-то я подзатупил, а уже поздно. Суармб, вот из-за таких и не веришь настоящим. Вот, вот именно. Здорово, профессор. Профессор, Эндрю Бэт, третий. Именно. В общем, начальник сказал, что ты можешь испытать свое устройство, когда будут выполнены обычные формальности. Это какие же? Надо найти подходящий объект. Забавно, что вы упомянули. Вот этот парень кажется мне весьма крепким, да и рыться у него в пушку. Уилсон Джей МакДэниелс. Разыскивается за убийство, двоеженство и аморальное содержание животных. Как это? Лучше вам не знать. Зоофил, что ли? Обыщите его. И помогите мне положить, наконец, его... Ну, короче. Поймайте МакДэниелса живым. Короче говоря, мне нужно этого мужика поймать. И потом притащить его на казнь. Смотрим, где его можно заловить. Он типа вообще не в городе, да? Или в документе глянуть надо? А, ни хрена он где вообще? Ух, ладно. Давай так, коль не шутишь. Хреначе, до него далековато. Его надо, короче, лассо. Да. Поймать его надо будет. Не травмируя. Ну, пару раз по ебальничку можно, конечно, съездить. Я думал, это он не сдохнет. Ну так, чисто для профилактики, чтобы не особо не сопротивлялся. Красота-то какая, липота. А, чуть не влюбился. Какой-то пенек. Не, ну все-таки хорошо, то что лошадь прокачана, потому что... О, тихо. Я чё, бабу завалил? Блядь. Там ещё и крокодил.
Не, в жопу, я туда даже не пойду. Все равно бабе хана. Бля. Самый хреновый стрелок на Диком Западе, я скажу. Твою же мать, обидно. Ладно. Отыграемся, так сказать. Главное еще попутать, никого не заебеней. А то что-то у меня 2 плюса только к карме недавно было. Тут, кстати, диких животных еще полно. Лошадка нервничает, я смотрю. Что у нас по карме? Ну, на плюс, в принципе. Так-то. Потихонечку растем. Все равно, как ни крути, вот так вот, если смотреть те же самые побочки там и так далее, больше дел положительных встречается, которые можно сделать. То есть игра тебя не вынуждает прям, чтобы ты косячил. Она больше всегда в плюс тебя обращает. Единственное, что вот если как криворукий мудак косячишь, тогда да. Что тут некоторые рандомные события, они повторно не случаются, ну, через какое-то только время. Я вот типа второй раз. Тут квесты интересные, побочные, как в Ведьмаке. Ну да, да, что-то такое прям есть. Что-то от Ведьмака присутствует. Тут даже вот можно, ну, допустим, того же самого вампира поймать. Чем тебе не ведьмак? Что-то я такое про оборотня слышал. Привидение имеется. Просто у ведьмака лор-то, ну, построен на этом. А тут вообще как бы к ведьмаку далеко. Тут просто Дикий Запад, это вестерн. Какие нахер вампиры, как бы. Это чисто разрабы сделали пасхалками. И это даже не побочные задания. Но если взять побочные задания конкретно, то некоторые очень прикольно прописаны. Че его искать? Вот он, костер сидит, жжет. Правда же? Другого костра я не вижу. Все, костра уже нету. Блин, стоило только отвернуться. Убег. Ну-ка, повнимательнее. Бля, природа, короче, вот очень похожа на нашу северную вообще. У нас прям местность точно такая же практически. Только камней чуть меньше, хотя местами и такое есть. Нету. Стоило только отвернуться. Значит, он где-то рядом. Костер, получается, жёг кто-то другой. Может, он где-нибудь в пещере тусуется? Опять же,
Я думаю, то, что вот это вот тоже какая-то пасхалка. Что за наскальные надписи такие? Пирамида. Ну, я так понимаю, пальма. Нога, солнце. Какая есть вероятность такого, то что, ну, какая вероятность того, то что именно найдешь ты эту картинку? 1 к 10, к 50. Мир просто как бы большой, и вот он подобной херней просто очень хорошо наполнен. Ведьмак таким похвастаться, ну, в принципе, может, но там нет, не часто такое встречается. Ну, я о чем говорю, то что я ведьмака всю карту зачищал. Так, ну хотя бы лассо со мной. Давай-ка мы лошадку позовем. Вдруг догонять придется. Что скорее всего. Сварм. Не я, не всю. Хочу снова его пройти. Почему бы нет? Ну вон он. Лошадь, где? Там тоже довольно-таки интересный открытый мир. Я собирал все там шмотки, короче, ну типа кота, медведя, школы. Все вопросики, которые были. До некоторых тоже помню, долго пытался добраться, а оказывается, они потом по сюжету открываются. Ну, типа на гору не попасть, потому что там. Так. Кто из них? Он? Я чисто так на шару. Да не, все не так. Их слишком дохрена. Я был не готов. Я думал, там один человек. Нахрена? А, я лассо бросил, потому что, короче, она у меня в руках была. Надо было стволы делать. А так уже лучше. Надо, я вспомнил это задание. Надо всех перестрелять сначала. А потом последний будет убегать просто, и его там на изи поебать. Как можно выжить, блядь, через сколько патронов себе попало? Так, где остальные? Не вижу. Угу. Падла. Тихо, он убегает. Блять, и лошади моей хуй, да я твою мать. Че тебе надо? Мудак. Где лошадь? Ну, естественно. Я че сюда должен на коне въехать и всех захерачить? Я не знаю, мне за лошади надо прятаться. Блять. А, охуенно. Нет, 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 нет. Ну попробую чисто. А вдруг получится. Не, когда он бежит, он лассо не бросает.
Ну, бред. Где эта лошадь Ивана? Блять, а? Он сейчас будет просто ехать, а я буду просто за ним бежать, пока не выдохнусь. Да ну, я его хуй поймаю. Суарм. Забавно выглядит. Ну, бред какой-то вообще. Пускай его ебают. Ебаная псина, нахуй, ты где там? Она просто идет, блядь. Обезьяна, нахуй. Пиздец. Ну, давай еще раз попробуем с контрольной точки. Может быть, лошадь рядом со мной зареспавнится. Я не знаю. Да, опять эта ебаная коза, блядь. Ну, где она, ёпта? Давай другую. Похуй дым. Пока, блядь, свою дождешься, нахуй. Суарб. Точно, брат, платвы. Ну, вечно тусуются, где попало, эти лошади. Так, он, блядь, где-то тут. Сверху он. Давай на перерез. Ну, где он? А, это лошадь. Заебись. Вовремя. А это только сейчас начал уезжать. Походу, его подзаглючило маленько. Возможно, задание предполагало то, что... Ай-яй, Зорька, куда ты собрался? Надо удерживать, точно. Возможно, задание предполагало то, что ты как бы без лошади будешь, и надо брать просто рандомную какую-нибудь. Ограбить? Да, почему бы нет? Слишком долго я за этим пидором бегал. Хотя бы бухлишка возьмем. Могорычом, короче. Где эта псина? Э! Латва, блядь. Опять где-то тусуется. Пастись, походу, пошла. Пошла. Обезьяна, блядь. Но она застревает, видимо, в этих в объектах. И начинает телепать туда, блядь. Чувака бросил, на лошадь сел. Артутик, ты что-то мне мозги начинаешь ебать. Доберись. Я, походу, еще не проснулся. Так, лошадь. Блядь, я... Мне еще к ноге привязать, я не понимаю. Иди сюда. Тупица. Блять, это угарно. Ну и чё? А, блять, я сейчас может себе поезд сбить. Она же ебанута. Походу лошадь самовыпиливаться пошла. Блять, да вы чё издеваетесь? А, я не знаю, что за глюк, блять. Почему лошадь именно решила меня съебывать? Да. Кстати, она вся чумазая. Все, мы везем его на суд божий. Это не Америка. Мы больше не свободны. Да, пока он пиздит, мы лошадь почистим. Мы не можем расти скотину и брать дрон. Я всего лишь спас свой скот, женился на тех, кого хотел. И убивал всякого, кто пытался этому помешать. Я ни в чем не ошибся. Это вы ошибаетесь. Мы пытались жить свободно, а пришли вы и все погубили. Арестуйте меня, отвезите ее в тюрьму. Вы не попадете в суд и в тюрьму, вы не попадете. Я везу вас к знакомому профессору. О чем вы? Вы везунчик, мистер, вы станете участником грандиозного эксперимента. Что за чушь? Ваша смерть не будет бессмысленной, вот что я пытаюсь вам втолковать. Ваша смерть будет важным шагом в обретении человечеством знаний.
Ну, я опять кого-то задавил. Это профессор Эндрю Белл III, он так себя называет, немного странный тип, может быть даже псих. Но я не сомневаюсь в качестве его работы. Да при чем здесь этот чертов профессор? Он хочет испытать на вас свою новинку, электрический стул, чтобы вас прикончить, гуман. Что? Да, он привяжет вас к этой штуке и пропустит через вас сильный ток. Это как-то связано с самогоном, хотя я не до конца понимаю, как. Набухается да посадит, че. Вот и связь. Как я уже говорил, могу я вас заверить, это самый гуманный способ умереть. Это будет, как будто выключили свет. Вам не позволят так со мной поступить. Не позволят. Позволят. У нас есть разрешение и все бумаги. Вы же были скотоводом, так? Вам доводилось видеть, как молния убивает скотину, мистер МакДэниелс. Самого удара молнии я лично не видел, но как-то мне довелось побывать на пастбище сразу после этого. Гроза только что кончилась, и в воздухе стоял запах паленой шерсти. Нет. Там была целая куча животных, мертвых и изувеченных, с необычными шрамами на спинах, ногах и шее. Они выглядели то ли сгоревшими, то ли освежеванными. И он будет такой же, кстати. Нет. Из их глаз текла кровь, и некоторые глаза выскочили наружу. Красота прям. Зачем это сейчас чуваку знать? Если бы я не видел грозу, я бы подумал, что сам дьявол учинил эту шутку. Но это была молния. Да, сэр, электричество сильная штука. Вот тут я согласен. Я видел, как передо мной взрывались деревья, и видел, как песок пустыни превращался в стекло. Вот на что способна молния. Но послушайте, электричество, которое профессор приготовил для вас, будет совсем другим. Суарм, жестокий тип. Едет ему байки чешет, блядь, пока тот чувак на заднем сидении нашего мопеда, блядь, валяется. Я думаю, чуваку это сейчас вообще знать не стоит. Нахуй чуваку в панику впадать. В той же самой зеленой миле, наоборот, старались заключенных, приговоренных к смертной казни, успокоить людей. Чтобы они не истерили просто. Чтобы он не дергался там на стуле, панику не создавал. Чем больше он орет, тем хуже для него будет. Плюс еще, мало ли там, неправильно что-то закрепят, он может напасть на охранника, укусить его, еще что-то сделать. Прогрызть ему шею на крайняк, там, я не знаю. К тому же, это если первый случай казни на электрическом стуле, вообще человек неизвестно, как себя может повести. Я так понимаю, то, что они там еще ток непеременный. Ха, самогонщики проснулись, заебись. Вовремя. Я так понимаю, да, что у них там будет еще постоянный ток. Бля, нельзя ли немного меня в покое оставить? Я тут как бы добыча еду. Попробуем удрать. У них типа такие пиздатые лошади? Ну ладно. Как тебе такое? Подостали нас? Ебашки. Не, один там все-таки неугомонный, да? Смотрю. Но в городе они точно стрелять в меня не будут. Обосрутся. Все, съебали. По идее, мне ничего не должно быть за эту перестрелку. Но могло бы что-то как-то негативно повлиять на карму, если бы я их убил. Они же, получается, мирные жители. Я же у обычных людей самогон-то спиздил. Им конец. Мне очень жаль, мистер МакДэниелс. Вы в порядке? На, живой, нормально. Свеженького, так сказать, доставим на казнь. Угу, я тоже. Надеюсь, вас порадует то, что ехать нам недалеко. Теперь держитесь крепче.
В принципе, если я бы их по скрипту завалил, ничего страшного. Ну, как бы, ничего бы страшного не произошло, можно было их убивать. Сядь, Макдэниелс. Да. Да ладно, не стесняйтесь, пойдем. Понесите его сюда. Какой кровожадный профессор он. На стол, я так понимаю, бросает. Нет? Брось. Ну давай. Ну где мои деньги? Эй, деньги? Да, за что мне пришлось за ним побегать? Знаете, когда мой гуманный электрический жизнеперерыватель, я могу с вами расплатиться, сэр. Ну, будем надеяться. Что ж, давайте подготовим нашего несчастного испытуемого к демонстрации. Непременно приходите посмотреть, это будет потрясающе. Идем. Да, пойдем в смертную казнь, посмотрим, что мы долго тут катаемся тут. Тудым-сюдым. Наконец-то этот квест закончится. Из 6 частей. Тихо-тихо, ну куда? Куда ты ломишься? Лошадь просто разгоняется очень быстро и очень медленно тормозит. Это кто? Знаете, что происходит? А, путь художника. Понятно, это про художника миссия. А где доктор? Профессор, точнее. Видимо, все. Надо подождать. Да, профессор готовится только к казни. Ну, тогда пошли к фотографу, короче. Про художника после. Давай к фотографу. По-моему, за фотографа это последняя миссия. Лучше не разгоняться. Лишние трупы тут явно не нужны. Каждый примерно затоптанный человек мне обойдется где-то в сотку баксов. Ну, менты, вся херня. Суарм, хорошая у тебя память. Думаешь? У меня вот на имена очень плохая память. Раньше на цифры была хорошая. Сейчас как бы так вроде. Ну, хрен его, может, что-то изменилось, а может, нет. Давно не тренировал себя, скажем так, в этом плане. Память хорошо начала развиваться, когда мы начали там всякие сценки учить на КВН и так далее. Ну, там много приходилось текста запоминать, чтобы потом на сцене отыгрывать это все дело. Ига. Ну, тут наконец-то шмоточный магазин появился. Можно как-нибудь туда заглянуть. Суарм, тоже с именами проблемы. Причем лицо бывает, что помнишь, а имя ни хрена. Причем даже походку помнишь. Я некоторых людей по походке узнаю. Походку помнишь, короче, а как зовут вообще? Пятно. Мы пытаемся собрать деньги на строительство нового крыла мемориального зала Куинси Харриса. Это ночлежка для бездомных ветеранов и их семей. Вы не поможете? Пожертвование в размере $20 нам очень поможет. Блять, одни попрошайки, вот честно. А? Причем, $20 не тот, не кот наплакал. Ну, там, как вас зовут? Артур Морган, там вся херня. Когда здание будет достроено, у него повесит табличку с вашим именем. Всего доброго, мистер Морган. И такой разговариваешь с ним и пытаешься вспомнить или ждешь, пока сам он скажет. Точку. Абсолютно ты прав, чувак. Так, дали мы денег, короче, этой бабенции. Когда здание построят, там действительно люди проверяли надпись Артура Морган. Там тоже, ну, надпись, на надписи будет наше имя. Ну-ка. А, все, за нее типа квестик пропал. Так.
Так, давай-ка пешком. Что-то мне эти тралики, блядь, тут не совсем устраивают. Где плотва? Вот здесь вот мы пойдем с дачи разговаривать с этим типом, который там то ли сутенер. Ну, короче, местный этот. Местный авторитет, короче. Он такой клоун в тюбетейке. Довольно-таки влиятельный мужчина. Вот в этом доме мы будем с ними трещать. Это потом. Это основное. Там тоже квест не маленький. По-моему, мы после этого квеста пойдем пароход грабить. Или что-то в этом роде. Короче, он нас опять под мосты, под монастырь подведет. Но пацана, по-моему, вернет. Пацан Джона найдется. Он должен найтись, потому что в первой части РДР пацан мелькает в виде второстепенного персонажа. Так, надо бы что? Надо бы, наверное, лошадку покормить. А что это у нас? Козы не доены, коровы не кормлены. Давай. Нормально. Главное в начале лошадь натереть как следует. Получить 4 доверия. Ну там накормить ее там, нагладить и все такое. Но в основном наглаживание быстрее помогает добиться нужного результата. А потом можно без проблем просто ездить по всей округе. Лошадь не выдыхается, не сбрасывает тебя с седла. Не истерит при виде диких животных особо. И кормить ее только чуть-чуть. И все. Чистить это так чисто эстетическая хуйня. Ну там статы чуть-чуть падают, но это фигня. Терпимо, короче. Так, ну что, мы почти приехали. Кстати, вот причем в Ведьмаке часто хочется нихуя меня загнали куда. В Ведьмаке часто хочется пользоваться фаст-тревелом. Тут наоборот. Интереснее поездить именно. Посмотреть, чё, кого, куда. Я слишком глубоко, блядь, заехал. Так, лошадь, ну извини меня. Ну и извините, блядь. Я же не знал то, что тут вообще глубина дикая. Я думал, мы на болоте. Да ебисти. Какие сраные узень. Куда, ну куда ты едешь? Какие сраные узенькие эти как. Блять, вот она что брыкует. Там крокодил. Заебись. А сама ускакала. А меня там скроет. Короче. Вторая еще прибежала. Иди нахуй вообще отсюда. Надо было не разгоняться тут. Я вообще тут не ездил. Да. Хоть помылись, короче. Я думаю... Я, кстати, в этой игре только один раз мылся. Сколько дней прошло? Неизвестно. Но дохрена, это уже 4-я глава. Я думаю, несколько месяцев. Так, ну мы сейчас опять будем, по-моему, фоткать крокодила. Мистер Морган. Мистер Штраус. Вы работаете, мистер Штраус? Чем занимаетесь? Пытаюсь привести дела в порядок перед отъездом, мистер Морган. Так вы присоединитесь к нам на Таити. Меня больше привлекает Австралия. Тамошний народ близок к нам по духу. Много возможностей. Дач говорит, что у нас все будет свое раньше. Возможно. Но пока особых успехов на Неве скотоводства не увидим. Ну, так, мистер Морган, вы поможете мне закрыть счета? Кашель появился во ртусика. Это грязная работа. В Австралии нам понадобятся деньги. На скот и на провиант, я имею в виду. Что вас смущает? Прежде вы не гнушались разной работы. Некий рыбак по имени Дэвидсон, Элджи Дэвидсон,
Живет в доме Джексона. Это рядом со Скарлетт Медоуз. Рыбак. Угу. И все. Нам, нас с вами союзник там. Короче, надо рыбака найти. У этого рыбака, по-моему, мы сейчас будем искать... Мы будем искать его сына, по-моему. Так. И там будет какой-то замес с крокодилами. Так. А где у нас Скарлетт Медоуз? А, нет, смотри-ка. Что-то я запутался, по-моему. Я же приехал к авто... к фотографу вроде. А он почему-то отмечен, как денег ему должен. Ну ладно. А может это правда не фотограф? Нет, это был не фотограф. Это был, по-моему, Штраус. Да, точно, Штраус, точно, точно. Я что-то затупил. Штраус это у нас кто долги собирает. Мы сейчас типа выбиваем последний долг. Вроде как. С фотографом пока миссии не было. Лошадь застряла в лошади. Я засмотрелся на телегу, думал, кто это там сидит? За чувак. Короче, чуть не угандошил свою лошадь. Чел, я занимаюсь своими делами, я не специально. Блять, отвлекся на телегу и чуть на самом деле лошадь не въебала. Она могла бы сдохнуть. У меня, конечно, тоники есть, как бы я все это дело прикупил. Восстанавливающие и здоровье конкретно. Ну, точнее, воскрешающие, по-моему. Вот, но все равно обидно было бы. Из-за невнимательности лошадь просрать. Не, я, походу, правда еще не проснулся. Надо было кофейка бахнуть. Да, ладно. Я просто тут в Dark Souls сидел до 5 утра сегодня. По 12 уже обратно вставать. Я так понимаю, надо должничок где-то в доме. Фу-фу, ёпта. Сигареткой курит, да в карты играет. А, это была сарайка. Основной дом. Ну, естественно, там закрыто. Что-то как-то подвох я чувствую. Ну, давай так. Никого. Лучше бахнет. Надо что-то сожрать. Ну, так, чисто на скидку. Ну, на возле озера. Его крокодил типа погрыз. А, бухайте. Шикарно, вот что. Эй, какого она перепугу в ушастой типа моей земле? Сейчас я тебе, блядь, расскажу. Помните, вы брали соду, мистер Дэвидсон? Так вот, срок давно истек. Я пришел за деньгами. Как я сразу не догадался. Все вы шакалы одинаковы. Будут вам деньги. Все до последнего цента. Пойдемте в дом.
Чё, я вам даже налью. Выпьем за то, что больше никогда нам с вами не видится. Меня заливает нестерпимая жажда, а вас? Или вы уже в стельку, только потому, что так и можете выполнять свою работу? О, я люблю работать на трезвую голову. Раз вы мои деньги забираете, тогда лучше выпейте со мной. С вашей стороны было бы невежливо отказаться. Давайте сначала уладим вопрос с деньгами, а вежливости подумаем потом. Ну да, начало дела. Лучше бы я рыбачил. С таким же успехом вы можете и дома рыбачить. Все, пойдемте за деньгами. Быстрее я идти не могу. Пап, ты уже вернулся? Тут со мной еще один человек. Что-то домик знакомый. Папа, что происходит? Ну что ты стоишь? Налей нам выпить. Тебе мало? Не возражай мне, сопляк, делай, что велено, а я достану наше сбережение. Сбережение? Под раковиной? Самое лучшее место. Но где там наша выпивка? Все готово. Вот я налил. Он у него нож. Подозрительный чувак. Угу. Ну так. Ну чё, сука? Воюем? Блять, я уже позабыл, как драться-то, ёбаный. По-моему, на Р. Нет, Р это уклонение. Ф удар, по-моему. Суарм. Ух, пузо ножом, бой. Ну да. Так-то можно часа через три это такого ранения сдохнуть, смотря как попал. Он, получается, бьет с левой. А нет, с правой. С правой он бьет, короче, получается, в селезенку. Либо в живот сразу. Но селезенка-то хуйня. А вот пузика жалко. Мысли отпустить. Ну давай ему, ебло. Грай, поищите в доме долг. Суармб. Знал, куда бил. Не, он на шара ударил. Он не знал, куда бил. Че, ну давай. Пожитки их возьмем. Бабки, ну явно. Явно не возле камина. Может быть, в камине в самом. Дробаш, ну он пососный. Тут качаешь рукопашку. Ну типа приемы? Не-не. Тут просто дерешься, у тебя количество жизни растет. Тут вообще, в принципе, допустим, охотишься. У тебя там стат растет этих, как его, зрение, ну, типа, замедление времени. Бегаешь долго, у тебя выносливость растет. Дерешься, рыбачишь, у тебя растет количество жизни. В принципе, и все. Но драться дают в игре не часто, а я как бы таким не промышляю. Ну нет особо такой задачи, как бы. Нахрена драться, если есть пистолет? А, тут нету ни хрена. Почему она работает, как будто есть что-то? Понятно. Не, в этом плане тут, в принципе, боевка вся, как и в GTA 5. Ничего не меняли. Тут даже перекрестия, блин, такие. Так, ну давай. Может быть, бабки где-то здесь? Незнакомец. Чё, щит? Вы щит? Где щит? А, пацан под кроватью.
Давай бабло, короче, чувак. Чего я хочу, так это свалить. Но без денег я отсюда не уйду. У меня в сундуке есть немного. Я их там прятал от него. Все, понял. Какая удача. Но они нищие. А батя бухает. Долг возвращаем. Кажется, я знаю размер долга, и этой суммы должно хватить. Какой хороший сынок, можешь собой гордиться. Ну, батя не покойник, батя просто вырублен. И им нужно сказать спасибо. Просят тебя драться в рукопашную, хотя у тебя есть ствол. Да, они просто начнут в тебя стрелять и все. Ну, в конце там еще рукопашечка будет небольшая. Но хотя бы не такая, по крайней мере, как вы там, блин. Этот стрендинг в конце, когда я там фейспалмом, блядь, чуть стратосферу не пробил, нахуй. Когда у них там файтинг, блядь, начался. Это, конечно, полная ахтунг. Кардина гелий, блядь. Так. Тутун. Да давай, наверное, вот эту вот сюжеточку, да, мы долбанем. У профессора тут ничего. Ничего. Где перекрестие мы? Вот, нашлось. Вот как-то сюда. Мэри Бет. Мэри Бет хочет поговорить с вами. Шлюха опять какая-то. Сюда идет здоровенный гад по местам. Как не поедет, блять, куда? Вечно тебя кто-то хочет убить. Дикий запад. Пизду хоть какого-нибудь дерева надо прижаться. Пока меня не уконтракупили. Там, кстати, лошадь подзавалили. Сейчас, походу, и я лягу. Чё, где они все, блять? Ну ладно, вроде на карму не отразилось. И чё? Я умер, я понял. Сука, куча деревьев, куда там ныкаться, они все тоненькие. $150 мне это обошлось. Рандомное, ебать, событие, нахуй. Так, а где моя? У меня типа еще по-быстрому автосохранение прошло, что ли? Ну охуенно, что я могу сказать? Питеры, блядь, ебаные, а? Это пиздец. Так, где у нас тут? 15.03, да. Охуеть. Просто пидоры напали, блядь, и лошадь убили, нахуй. И меня еще. Минус $150, минус карма, нахуй. И минус лошадь. Вот такое рандомное охуенное событие. Четко. Причем в сюжетных миссиях ты можешь без проблем вообще отстреливаться. Как только, блядь, какая-то рандомка, нахуй, тебе пизда просто. 608 человек, деревья тоненькие стоят, которыми, за которыми ты спрятаться не можешь. И все. Тебя валят с 4 ударов. Суармб. Рандом рандомыч. Угу. Блядь, да вы что, угораете, что ли? Пиздец, автосохранение прошло как раз, когда я, блядь, на лошадь сел. А точнее, когда я ее потерял. Чё там, до лагеря долго пиздовать? Блядь, ну прилично.
Хотя... Нахуй, я из принципа на своей лошади, ну, на вот этой лошади не поеду. Тащить-то его тяжко. Не, если опять моя лошадь будет с нулевым доверием восстановлена, то пошли они нахуй, я просто загружаться придется. Че за пидоры, я вообще не врубаюсь. Как так там? Че это курва, блядь? Что надо вообще? Где это говно? Вон. Какой? Пристрелить тебе? Hands up now. Заебало дерьмо, блядь. Еще минус 150 долларов. Да вы че, охуели, что ли, просто? Пиздец. 2 метра проходишь, тебя опять убивают. Сука, надо с базукой гулять. Ни лошади, ни денег. Отлично, нахуй. Меня как отпиздили. Цыгане катком проехались. Так. Седло у меня позади осталось. Пошли вы в пизду со своим седлом, блин. А, что там у нас последняя загрузка? Swarmp. В Mass Effect 1 я как раз на планету высадился и часок бегал по ней. Убили. Автосейв загрузил момент, как я прилетел. Час просто впустую. Угу. Блять, а тут еще больше. Если я с этого сейва, короче, загружаюсь, тогда у меня где-то 3 часа минимум. Впустую. Блять, а. Сука. Swarmp. 3 часа жесть. Да? Если не больше. Больше даже. Больше, чем 3 часа. Целый стрим прошел, мы потом типа в Сен-Дени еще вернулись. 3,5 часа где-то. Конец сохранения. Вот пидоры, а какие, блядь. Ты смотри, что творят. Давай сожрем, короче, вот эту хуйню. Пошли за седлом. Ну вот так вот, короче, сейчас будем ходить теперь. Нынче. Так, заебись, еще оружие хуем стоим. Вот за оружие. Swarmp. Да. Есть игры, где есть по 3 автосейфа. Вот это разрабы молодцы. Ну, по идее, типа, должен быть вроде как сейф, да? Ну, только он должен быть, допустим, до миссии и после миссии. Да, чистить. Ну, не как во время того, когда у тебя рандомные события, блядь, совершаются. Ты, типа, открытый мир должен работать по-другому немножко. Разве нет? Я понимаю, случайное сохранение, но это, блядь, пиздец.
А куда у меня вообще... Куда мне вообще седло-то улетело? Оно как бы где? И бац, со сливочный плафон, а где меня? Нихуя меня портанули, блядь. Суармб. Смысл сохранения, если ты через секунды вздыхаешь. Так вот. Меня просто въебали на полкарты, нахуй. Вообще охуенно. Сейчас придется на хромой кобыле пердолить сначала за седлом, а потом восстанавливать лошадь. Ебанулся. Да хуй ты соси, блядь, как мишка лапу, пидор ебанище. Бля, это борода по пояс, ну реально. Если сейчас за лошадь попросят еще косарь. Или придется заново ей статы поднимать, это жопа, блядь. Yep. Сука, и просто из-за рандомного события, которое никак не избежать. Потому что эти пидоры, они, короче, как правило, появляются с разных сторон, ты, как правило, окружен. Тебе некуда спрятаться, и тебя просто фактически валят со всех сторон. Который раз уже натыкаясь на подобную херню, короче, мне просто никак от них не стреляться. Статус выносливости, понятно. Это хуевая кобыла. Пускай едет на износ. Долго ехать ты. Ладно, попадусь. Вот как так? Кстати сказать, это у нас третья жертва маньяка. Башки. Без башки висит туловка, а голова вот тут. У ней записка. Таких трупов будет три. И... С этих трех записок составляется общая карта с кодом, где находится маньяк. Он типа как в фильме 7, прям жаждет, чтобы его поймали. Я не знаю, что ты сделал, чтобы заслужить это. Вот одна половинка. Жуткое место. Ну это типа, короче говоря, у нас такая... Суарм. Мини-квестик. Зверя нет страшней, чем человек. Ну да. По кишкам головой проехался. Нормально, это мы делаем. Чтобы разгадать загадку, соберите фрагменты карты. Ну там этот квест в принципе такой, то что вот ты собираешь, короче, находишь вот так вот рандомно трех трупов, собираешь из них, ну, точнее, карту. Собираешь карту из этих трупаков. Ну, то, что у них во рту. Нихуя лошадь уебала. А это не моя. А где моя? Ты че, дебил? Нет, что-то сегодня Артусик шалит, правда. Как-то он, блядь, странно вообще себя ведет в целом.
Давай, седлаем. До лагеря, короче, там перепялим это седло. Что-то мне это все дело как-то из колеи маленько выбило. Давай сюда. Это какая пизду миссия, если, блядь, тогда надо лошадь останавливать. Может быть, действительно этот пиздорец был разработан, ну, как бы задуман программерами. Ну, типа, чтоб тебя жизнь малина не казала. Типа ты в любом случае сходишь на эту побочку. Окей. У тебя в любом случае, как бы, ты поставишь себе метку, поедешь по дороге. Оп. Два подряд события. Может же такое быть, правильно? Ладно, сейчас посмотрим, во что мне это обошлось. Загон для лошадей. Так, допустим. Вернуть теннисийское. Нет. Суармб. 3 часа потерять. За такой разрабом не спасибо полетит в лицо. Подожди, а почему вернуть теннисийское? Какая нахуй теннисийская? Вы чё? Не арабский был скакун. Лошадь проебана. Пидорасы ебаные. Просто ебаные пидоры. Да пошли вы нахуй. Вот так вот, жух, и все. Бабосы, лошадь. Я часы буду натирать только до конца игры. Нахуй надо. Я сейчас как раз самые такие миссии будут с завесами, там, погони, короче, всякая вот эта вот дичь, короче. Она меня просто будет не вывозить, на. Нахер мне этот геморрой. Я лучше переиграю. Так, на чем я тогда остановился? Ну, примерно. Суармб, делай как лучше тебе. Так вот, да, придется. Короче говоря, прошлый стрим фактически не считается сюжетно. Сейчас мы только поедем дилижанс грабить. Ну, короче, сколько получается? Короче, вот так вот, рандомным событием у меня разрабы пизданули 4 часа. Надо отдельно, короче, сохраняться. То есть автосохранение, оно идет первым сейвом. Оно всегда тебе переписывает эту шляпу. То, что ты отдельно сохранял, это идут ниже слота. Ну, короче, 4 часа минусом, хуяк просто. Просто. Суарм, 4 часа реального времени. Да, да. Ну, либо вот просто можно, типа, было забить хуйца, как бы, и с хуёвой лошади играть. А это 50% успеха, скажем так.
Да, я занят, блядь. Пиздёж этот. Да, мы пропускаем. Он просит поехать с ним пиздануть дилижанс. Там ничего сложного. Доехать просто и обнести его. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. You sure seem to have got about around here. You know me, I like to make friends in low places. How the hell you end up? Бля, обидная хуйня, конечно. Сука, Dark Souls, по-моему, так не жить. Там как-то пиздец происходит менее глобально. А, ебучий скрипучий. Херово. Ладно. По фану покатается. По-моему, мы даже еще и в роуте замес не устраивали. Охуеть. Повторение мать учения, короче. Надо же к нему подойти. Так, скрипт не срабатывает. Теперь он пошел. Мудак ебаный. Там кто-то на варгане лупит. Ну-ка. Я тоже на варгане играть умею. Элементарный вообще инструмент. Часа за полтора можно научиться. Как правда, губы себе разобьешь. Суарм, Ютуб не пропустил сообщение. Надо, наверное, попробовать языком другим написать. Ну, такое бывает у Ютуба, но пути его неисповедимы. Ты же там без матов, естественно, писал, да? Там бывает, глючит. Суармб, маты. Ну, маты можно как-нибудь завуалированно написать. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. What the hell was that? Чтобы немного сократить время, можно, в принципе. Можно, в принципе, сокращать диалоги, пропускать катсцены. Немножко время подэкономить. Я мы только до пидора дождемся. С усиками. Усики, пропуск в трутики. Ну, поехали, чё ты. Окей, let's go. This way. Да, это еще в Роудсе, короче, не было даже перестрелки. Это... Они еще не узнали то, что сына Джона Марстона украли. Это, по-моему, еще... К бабке мы не ходили. О,
Кубан, да, реально. Реально 4 часа минуса. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble, you gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. Ладно, сейчас доиграем, сколько доиграем, короче, я потом отдельно по стриму пройду до того момента, как забираю долг. Блять, стой, да-да-да, я возвращаюсь. А то сейчас миссию прерву. Поторопился. Ну, он что-то мне сказать еще хочет, нет? Я бы эту лошадь, короче, мог бы купить в городе. А нет, кстати, я даже бы ее и купить бы не смог. Именно такую же. Сен-Дени таких лошадей не продают. Мне бы пришлось подобную лошадь еще ехать к черту на куличке в другой конец карты. Мне пришлось бы эту лошадь, если она бы еще зареспаунила. Мне бы пришлось ее опять заново оседлать и так далее. То есть... То есть, короче, тут два варианта событий. Либо мне бы пришлось играть до конца игры с херовой лошадью, либо с этой. Ну, вот с этого момента. Надо этот момент запомнить насчет долгов и поехать как-нибудь нестандартно, чтобы у меня лошадь игра не забрала. Это пропустить? Не, ни хрена. Это рабочие процессы, так навоет противно. Слушать все заново. Так вот. Ну, я буду максимально, конечно, пытаться скипнуть все это дело. Ну, потому что пиздец. Ну, тем самым я, допустим, 4 часа превращу в 3,5. Тело. Отстой. Ну, реально пиздец. Короче говоря, либо предыдущий стрим, короче, бесполезный, либо этот. На репите, блядь, все это дело. Сука, и все из одного ебаного, блядь, рандома. Пропускаем, пошел нахуй. $187 я заработал. Суарм, попробуй пройти по-другому МБ. А, нет, там по-другому никак.
Ну, в смысле, тут всегда, в принципе, исход одинаковый. События одинаковые. Ты либо можешь убивать, либо не можешь убивать. Тут нет особого выбора. Тут только случайные события можно выполнять как-то нестандартно. Ну, допустим, там баба, которая просит помощи, она подвернула ногу, сидит на дороге. Ты подходишь ей в голову, стреляешь, допустим. Либо вяжешь ее и несешь там куда-нибудь к ментам, допустим. Вот. Ты вот так вот рандомно можешь делать. А подобные события нет. Тут только так и по прямой, а не сюжетно-линейные игры. Сюжетки тут отмечаются желтым, ну основной сюжет желтым, а побочные сайд-квесты, они отмечаются серым, с какими-нибудь буквами, инициалами, как правило. Но если ты, допустим, какое-то случайное событие на дороге встречаешь, она просто пульсирующей точкой такой на карте отмечается. Как правило, это событие происходит временно и в разных участках карты. Не так много, я понимаю. Не так много. У тебя на концовку, допустим, влияет только вот чисто твоя карма и твое отношение к лошади. Если ты лошадь, допустим, один уровень доверия, там, ты там херово мочил ее, там, допустим, ну еще что-нибудь, херово за ней ухаживал, то в конце, допустим, это будет в финальном ролике, короче говоря, немного по-другому отразиться. По-другому немножко финал, если у тебя карма, короче, херовая. Вот это вот, то, что внизу. Полоска. Также, если у тебя отрицательная карма, то случайные события и вообще в целом отношение людей к тебе по-другому будет. Ну, типа ты маньячела. Типа того. Агрессивный, короче говоря, человек. Интересно, а почему я не мог лошадь восстановить? Вот, допустим, ты подходишь к... Где тут у них загон этот сраный? Вот он. Вот этот загон, который, на который я потратил бабло. Загон лошадей. Вернуть. Вот, лошадка. Вернуть теннисийская. Вот лошадкой я назвал ту лошадь, которая охуенная. Прикольно. Пойду еду подогрею и вернусь. Окей. Давай-ка мы, наверное, сольем, кажется, все, что есть. Немного карму купим, пожертвовать. Давай пожертвуем. По-моему, у меня там какие-то побрякушки есть. Предмет. Ну, не особо. Ладно, как говорится, на безрыбье. Обойдутся. Все равно это как бездонная бочка. Ни на что это не влияет. Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you or me. Оо! Ни хрена. Это мы только сейчас поедем. В это ущелье, на гору, туда. В ущелье, на гору. Там меня типа возьмут в плен. Мне нужно будет с плена сваливать еще. You know,
I've been fighting Combe for so long now, I can barely remember a time when it was different. You're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Короче, что пиздеца не случилось, надо иметь привычку, блядь, тут сохраняться отдельно. Потому что можно попасть в подобную ситуацию. Кстати, я вот тоже что-то такое припоминаю, то что я как там при первом прохождении тоже, по-моему, лошадь просрал. Мне пришлось покупать вроде другую. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den with you to cover us. Только, по-моему, меня ее не убили. У меня ее, по-моему, то ли поезд сбил, то ли что-то такое. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend. With you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Hey, up there, men on the ridge. Oh, Driscoll's, from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those Никакого нет настроения даже эти субтитры читать, Иван. I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah. Might be full of shit. Combe O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too. But it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Короче, валим к этой наблюдательной позиции сейчас. Берем снайперку и засядем, посмотреть, как они разговаривают между собой. Потом меня вырубают, я оказываюсь в плену. И оттуда надо свалить. Ой. А, там хлопцы наши. Да, кстати, странная фигня. Как он на такой высоте, на такой длине мог услышать, о чем они разговаривают? Я понимаю, конечно, там эхо и все такое, но... Звук все равно на такую длину не распространяется, если не громко говорить. Тут не важно, в принципе, в какую сторону валить. Я все равно заметил. Did I kill you? Oh, not yet.
Yeah. No, of course not. Not yet. But I will. Все, я тут. Угу. Отлично. Тут я в плен попал. Ну, по сюжету. Пройдено. 3 часа назад. Нет, реально пиздец. Очень обидная хуйня. Просто. Надо отдельно сохраняться. Не автосейвом. Автосейвы, короче, хуйня. Примерно каждые 2-3 миссии надо свой сейв, короче, делать. Тогда будет профит. А так тебя загрузят, блядь, вы поймешь где. Еще и косяков насобираешь. Так, давай это пропустим. Суармб. Надо, я тоже себе говорю. Но за раз спустя час забываешь это делать. Тоже верно. Надо хотя бы, я не знаю, вот сюжетную, между сюжетными миссиями как-то сохраняться. По бочке это хер с ним, как бы. Он засунул на весу напильник в замок. И открыл тем самым дверь. А, ну в смысле... ключом, напильником. Вы серьезно? Какой многофункциональный напильник, кстати, у него. Это пиздец. Кто так рано лечит? Наверное, только Джон Рэмбо. Суармб. Игра. Ну, я горю, блядь, с этой сцены, пиздец. Взял напильник горячий, вставил в рану, расковырял ее еще больше. Пороха насыпал себе. Не поймешь, какого. Если это порох. Ну, порох. Ну, и чё? Что делать-то? Порох-то нацепал себе на рану, короче, и пытается ее еще прижечь. Такое себе. Удовольствие. Ну, чё? Твою мать, ты будешь ее прижигать, нет? Ага, наконец-то. Сейчас этого вырубаем. Спускаясь с лестницы, он всегда должен был видеть, то, что там висит кто-то или нет. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. You better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Так, тут можно достаточно одного чувака завалить, чтобы забрать пистолеты свои, пушки. Yeah.
prisoners out. Don't let them get to those whips. Who's talking now, huh? Не очень-то я его незаметно завалил, но вроде никто не согрелся. Невидимое ружье на себя надел. Не будем мы тут войну устраивать. Можно и так свалить. Это вот опять же, от чего зависит, заряжена лошадь у тебя или нет. Херовая бы лошадь быстренько выдохлась, и ее могут догнать почти любой человек. До свидания. У нее жизни гораздо меньше. На этой достаточно просто проехаться и никого не убивать даже. Шляпа тут для солидности, а лошадь, ну, как бы это основной. Основной то этот, как его, союзник. Пистолеты можно любые подбирать. Вот лошадь, увы. Не пропустить это. О, это можно скипнуть. По-моему, это тоже. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Чтобы просто как Чубака будет заросший нахрен. Это вообще, конечно, оттас просто. Такое ощущение, да, что рано ему бриться мешает. Так вот. Он у нас побривочный. Цирюльня. Бриц. Давай, выбираем. Там. Суармб. Временами игра выглядит как в кино. Да. Что-то такое есть. Ну, в принципе, даже тут каждая миссия, будь то побочная или нет, как бы, она, тем не менее, срежиссирована, как вестерн. То есть некоторые вестерны даже, знаешь, такой, таким сюжетом не похвастаются. Так, Билл Уильямсон, да. Сейчас мы, короче, размотаем город. У нас снова задание убить город. Да, говно, короче, забыло у лошади из жопы свалиться до конца и, короче, застряло в текстурах. Лошади жопа в говне. О, теперь отвалилось. Все нормально. Блять, как не подойду к ней, она вечно срет где-то. Лошади тут это дело такое. Я ее столько не кормлю, сколько она срет.
походу, она где-то в тихомолку питается. Независимо от меня. Вот даешь ей одну морковку. Ее как бы этой одной морковки хватает на очень большое время. Зачем, сказал, я же ел. А, сорянчик. Кстати, приятного аппетита. Ну так вот. Даешь ей одну морковку, а она, короче, гадит, как будто ты там постоянно ее там просто заталкиваешь. Все время там, ну там просто еду. Это странно. Суарм, спасибо. Кстати, вот опять же, вы не можете использовать оружие или чинить беспорядки в Роудсе, пока работаете помощником шерифа. Но дело в том, что это задание сейчас как раз завалить шерифа и использовать оружие по назначению. Мы тебя ждали, Артур. Блин, я забыл, где лошадь? Где лошадь? Блять, ну и все, я по скрипту попиздил за ними. Надо было винтовочку взять. Ладно. Я бы с ним. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust them? На этой картинке шериф догадался то, что мы бандиты, и решил нас завалить. Big misunderstanding about them horses. В итоге весь город против нас. They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah. They think it was the Braithwaite's. Listen, I know these Grey Boys bid now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. Minutes on you. Причем мы завалили какого-то рандомного персонажа. А чё это у меня один склон? Не солидно. Я думал, он подох. Нет, слушай, он, по-моему, не подох. Чуть не завалил. Убиваешь лошадь, минут в карме. Лошадей тут типа убивать не камелько. Так, Мика, ты не хотел бы подвинуться немного? Че, откуда стреляю? Все в пыли, ни хера не вижу. Ага, вон оттуда примерно. О, хера два я его завалил. Приберитесь в оружейную лавку. Окей. Так, зарядимся. Тут еще два человека. Ты, блядь, зачем дверь-то открываешь? Зарядиться. Это отмычка. Короче, ты когда возле двери находишься, зарядить оружие и использовать эту мычку, это то же самое. Нахрен мы ее будем взламывать, надо ее выбивать с ноги. Дети, пикайте. Второй. А это наш? Ага. В прошлый раз, короче, Мика стрелял в человека, который стоял вот здесь, напротив кассы, рядом с кассой. И он все равно говорит тебе, типа, не благодари, я тебя спас.
Ладно, как-то отстрелить эту палочку. Нам не мешает. Где-то там был человек, по-моему. Вы чё, блядь, самый умный? Ну, а чё он не стреляет? Так они в рядок удобненько встали. Ты же падать летел. Это не валяшка вообще. Странный чувак. А вот, кстати, его брат-близнец. Это все на сегодня? Давайте всех сюда. Можно даже время замедлить. Давай вот так вот. Пам. И он, наверное, хуй подох, да. Я не понимаю, я что, дротиками стреляешь? Что за херня? Ты стреляешь в людей, блядь, они с 10-го патрона такого, наверное, умирают. Походу они бронированы. Ну, а, только для револьвера, короче. Ограбить, да, давай. Кстати, я кого-то там обнес в прошлый раз. И у меня этот, как его, карма минусом. Какой-то из этих людей мирный житель. Но вот эти вот не точно, не вот эти два. Не вот это третий, четвертый и вот пятый. Вот этих, короче, обносим. Да сейчас, подожди, я тут мародерством занимаюсь. Да заткнись ты, сейчас подойду. В жопу прострелили. Иди прожите лучше. Идем прожить. Суарм. Случайные потери. Да, тут, по-моему, кто-то вот там на крыльце у меня валялся в прошлый раз. Я его начал обносить прямо, думаю, о, прикольно, прям через перила можно ограбить. Не доставая, так сказать, чувака, не подходя к нему. А вот, а у меня хуя карма минусов. Ну, заебись, вы делаете. Так, ну... Нет, мы его не будем обносить. Вон тут еще вагон людей. А, ну тут уже скрипт сработал. Тут я уже ничего не сделаю. Джаз дует, говорит. Просто оружие, шериф. Я ему. Шапку, главное, отстрелил ему. Бам. Так, ну что, мы никого не будем грабить больше. Денег вполне достаточно, можно просто себе, если что, купить патронов. Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy. Так, это можно пропустить. Они тут ругаются и все такое, типа нихер было перестрелку устраивать. Сейчас мы, по идее. Он, по идее, сейчас мы либо в город поедем, либо на добавку завалить. Он бабку. Да, задача, миссия. Она единственная. И потом мы чисто в город переезжаем. Ну, слушай, прям возле этого. Возле лагеря оказался. Тут недалеко. Сейчас мы еще больше людей должны будем положить. Так. Чтобы дом захватить.
Девельфо от bmd.gg. Доброго времени суток. Здорово, мужик. Спасибо. Привет, Ван. Подожди, а тут они что-то про пацана уже... А нет, только начинается замес. Суармб. Привет, Дэ. У Эльфо от. На шапочку вернуть, а то я как не ковбой. We just got shot to hell by the Greys in town. I know, I heard about Sean too. Старушка процентщица, блин. Ребенка спиздила. Сейчас мы ее за глотку возьмем. Она такая, ури, ури, ребенок в чемодане, ищите в городе, короче. Я не помню, то ли его в рабство хотели продать, то ли что-то такое. Не просто же так они пацана взяли и толкнули. Наконец-то лошадь немножко скорость может развить. Опять нет. Видимо, я должен быть замыкающим. Слушать этот весь треп и глотать пыль с копыт. Суарм. Вряд ли на органы в то время. Хотя я. Не на органы. Этот как его. Чисто братство. Ну, чтоб там пуцик на скрипочке играл, знаешь. Он хоть и белый, но все равно как бы. На плантации бы где-нибудь вкалывал в Бангладеше. Там тем более вот этот чувак. То, что я рассчитывал миссию проходить, которую. В начале стрима там этот чувак, он то ли людьми торгует, он типа рабовладелец, по-моему, то ли бывший, то ли настоящий, я точно не помню. И он людей типа рассаживает на этот, на корабли. У него еще карманники, толпа карманников ручных, так что он такой. Так, подожди. Где у нас? Оружие, ну, тап. Давай-ка мы винтовочку. Только не Ланкастер, наверное, возьмем, да? Спрингфилд. Болтовая. Давай, наверное, тогда Спрингфилд. Вот такую возьмем. Норм. Сейчас как засадим на. Кем труба. А, тут без тебя ничего не выйдет. Естественно. Вы только по скриптам, ребят, работаете. Пошли. А пошли, не ссы. Сейчас все будет. Не идет. Джон, ты точно справишься? Да я бы сказал, что все в порядке. Идите за мной. Пошел качать. Че они, вопросики обкашляли? Вот кинематографичная цель. Ну и потом, когда они из дома тоже будут выходить. Прям киношка-киношка. Чем-то даже, вот типа, знаешь, там Джанго освобожденный. Он тоже там в конце уходил, там взрывы за спиной, вся фигня. Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Он говорит, типа, мы пришли за пацаном, мол, мы вам ничего не дадим, вы у нас самогонку украли и так далее. Он такой, это не мы, это пацан. Что же вы делаете? Опомнитесь. Будем воевать все равно. Суармб. Такой же дом был на миссии Хитман. Думаешь?
Ну да, в принципе. Да, они все, по идее, двухэтажные вот эти, похожие. Именно в тех годах, которые... Колонны там и все такое. В Джанго тоже вот определенно такой дом был. Да, неплохая винтовочка. Я подох. Надо было спрятаться где-нибудь. Где-нибудь за клешкой хотя бы. Так, блядь, ну не сюда. Вот сюда. Что-то винтовка лупит, как дробаш. Суа, такой перестрелки позавидовал бы даже Клинт Иствуд. Ну, насколько я помню, фильмы с Клинтом Иствудом, у него там довольно-таки жиденькие перестрелки-то были. Там фишка в сюжете, нагнетание атмосферы, напряженности сюжета. Поэтому фильмы-то идут 3 часа. Я двоих одним ударом, что ли, убил? Как-то они одновременно сдохли после моего одного выстрела. Ладно. Хер бы с ним. Не буду тратить время на ограбление, пацан на втором этаже. Кстати, реально, по-моему, винтовка на дробаш похожа. Так, эта херня, короче, без скрипта не работает, да. Я говорю, тут все линейно. Ждем Джона. По скрипту он должен сюда подойти. Выбиваем только мы вдвоем с ним дверь. Иначе никак. Суарм. И главные герои смотрят в глаза друг друга по секунд 40. Да, так пырят, как будто хотят засосаться. Походу, не работает скрипт, пока я в других комнатах не побываю. Да, мне надо вниз. Я обязательно должен обойти комнаты внизу. Понятно. Поднимайся наверх и подними, помоги нам. Интересно, эту игру вообще пробовали спидранить? Сейчас сюда Джон Марстон должен телепортироваться вот сюда за угол. Это наше. А, вон тут еще. Я забыл про вторую перестрелку. Да, это наш. Так, главное лошадь не завалить. Лишнюю. Так, винтовка реально как дробаш тут. Прям яйца по-моему. По идее, с такой убойностью она должна такие куски от них отстреливать здоровенные, что полный пинды. Как тигра. Вырывать просто. Давай замыкаемся. Бам. Thank you.
Все. Там один героически так погиб, прикольно. Бегал что-то в зарослях. А, надо вдвоем. Чё ты, салага, каша мало ел? Давай. Я выбью. Стеклянную дверь выбить не может, странно. Я ему ухо прострелил. Ну это чтобы он лучше слышал, наверное. Давай, пропускаем. Пацана тут нет. Вытаскиваем бабку наружу. Но на самом деле, как бы, не очень равнозначная тема. Мы украли у них повозку самогона, а она прям взяла и ребенка спиздила. Типа нечестно. Ей надо колено прострелить минимум. Но бабульку они странно, но оставят живых. Правда, домишко спали. Раскулачивание буржуев. 1899. Проклятые янки. Ты никогда мне не нравился, но она матюгается. Мы выясняем, где у нас пацан. Теперь надо идти в город. Суармб. Эх, домишко жалко. Себе бы оставили. Они уже другой домик заняли. Тоже большой, двухэтажный. Правда, развалины, ну, типа, разъебанный весь, старый. Они там, типа, сейчас живут. А, не, подожди. Подожди, они еще в лагере тусуются, точно. Они тусуются еще в лагере, они даже в дом еще не приехали. Они сейчас поедут в дом. Потом из дома они поедут в город. В городе мы будем бегать за карманниками. Потом я сделал пару побочек, как бы, и все. Вот, да, мы типа едем, короче говоря, на разведку, чтобы занять новое место дислокации, так сказать, для лагеря. Тут нам в другую сторону немножко. Что там там? Куда поехал? Дезориентирует меня, чувачок. Ну, я немножко еще тоже задерживался, пока диалоги читал. Особо не разгонишься, когда у тебя текст под ногами маячит. Ты типа и на карту должен смотреть. Диалоги читать. И лучше стараться не въебать куда-нибудь. Ну, как я врезался случайно, так и вот. Так она и врезается, когда ты читаешь диалоги и не смотришь на дорогу. Так, то сейчас, короче, немножко побыстрее будет. We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through. Ну, тут они обсуждают всякие положняк хреновых своих дел. Сколько народу они потеряли. И так далее. Типа они постоянно занимаются всякими делами, только дела в город-то не идут. Они только обсираются в основном. Ну, по крайней мере, Джон видит такой положняк дел. А Артур, он как собака. Ему главное, короче,
говорилось, по-моему, в ревизору, да? Да хоть бы рад прислуживаться тошно. Тут у нас пару человек будет. О, щит. А, ну да. Там еще дед наверху. А, нет, еще не дед. Дед сам выпилится. Еще один. В первой части кто герой игры? Джон Марстон. RDR 2 это приквел. Ты дохнешь, нет, блядь, сучара драная. Блядь, умирает 10 тысяч лет. Козел. RDR, короче, по сюжету сначала надо играть в Red Dead Revolver. Потом надо играть в RDR 2, потом в RDR 1. Ну и когда выйдет третья часть, скорее всего, там сын Джона Марстона надо будет, ну, будет, скорее всего, мстить за папашу. Я так предполагаю. Ну, это просто логически верно. Каждые игры, короче, каждая игра — это 10 лет в жизни людей, которые в ней обитают. Дед, до свидания. Все, можно заезжать. А, подожди, деда можно схватить сразу? Сейчас трупы надо таскать. Угу. Никак. Короче, надо сначала спуститься вниз, чтобы сработал скрипт, чтобы Джон мне сказал, чтобы я таскал трупы. Чтобы типа тут наследили. Вот мы в этом доме будем жить. Ну, в принципе, лучше, чем на полянке, блядь. Палатка. Так-то. Ну, логичнее, конечно, да. Я бы тоже особняк бабульки бы оставил. А бабульку бы этот как он. На поводок. И в подвал. Без пляжа даже труп не вытащишь. Да, это пиздос. Причем вот этот Джон, вот, мы за, вот, который чувака тащит, мы за него вторую часть играем, во-первых. Он так-то помладше меня будет, типа, он младше Артура и по статусу чуть-чуть пониже Бандюга. Только что же труп, а выше. Хотя труп был здесь. Бросьте труп в болото с пристани. Я вот тоже угораю с этой фигни. Возле дома просто взяли, побросали трупы в болото. Типа никто не заметит. Если там кто-то пойдет там поссать, руки помыть, а там нога чай-нибудь плавает, да. Нормально. Не, чтобы их закопать, да, немножко побольше времени потратить. Ну и отвезите их в повозке куда-нибудь подальше, там, вот, хотя бы вон за тот мостик, чтобы они сюда не приплыли по течению. Единственное, как оправдывает эту ситуацию, то, что тут крокодилов дохрена. Крокодилы сожрут. Ну так, ничего. Заселяйтесь, как говорится. Ничего, то, что люди тут плавают рядышком. Хуйня. Разгребем. Сварм. Зараза же. Тем более возле дома. Так вот. Распространяем, так сказать, антисанитарию.
Мало того, что моется раз в два месяца, так еще и трупами все. Плюс говно, лошадиное везде. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world. Все, мы с Дачей, короче, встретились. Ну да, это уже час заняло. Короче, время экономится где-то минут 30-40 с этими скипами. С более спешной ездой. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places. Сейчас мы едем в город. Можно, в принципе, сразу же на главную улицу. What about the Pinkertons? Там, по-моему, побочек-то никаких не будет. Followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? Так, чисто случайные события, типа монаху бабок дать, чтобы он потом открылся как побочное задание. Херово, что не притопить его, блин. Мне еще залипание клавиш. Так, ну ладно, если игра свернулась, давайте, наверное, перекурчик, да? Уйду два часа, не вставая. Давай перекур, короче, сейчас я подойду через 3 минуты. Привет, Серега. Продолжаем разговор. Так, настройки, настройки, настройки. У нас уже темно на улице. Принять. Солнце садится в 2 часа. В 2:30, по-моему, темнеет у нас уже.
Полярная ночь. We have more pressing matters to attend to first. Okay, there she is. Find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Вот таким макаром, короче, вот мы приехали в город. Начинается 4 глава. Сен-Дени. Тут тоже, в принципе, можно лошадку купить. По большому желанию. Но она тут такая средненькая продается. Так, 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 так. Космопофигист. Да стемнело. У вас тоже темно, да? Давай сюда. Тут мы дачу, по-моему, найдем. Ну вот о чем я и говорил. Так, пизду. Я в этом не участвую. Разбирайтесь сами. Пизду, лучше пешком тут перемещаться. Суарм, у меня тоже стемнело. А сколько у кого времени? Так, этот чувак придурочный, он Гевина ищет. Хрен бы с ним. Космопофигист, зима завтра. Думаешь, завтра? У нас зима началась еще в начале ноября. И уже морозы стояли минус 28. Так, нам вот борешь. 21. А, вот у тебя уже. У тебя уже 9. У меня время просто 16:27. А темнеет у нас в 14:30. Светает где-то часов в 10 утра и темнеет в 2 часа дня. Космопофигист. 4:27. 4:27 ночи? Вечера? Космопофигист. День. День. Так. Здесь дача нет. А где он тогда? Тихо. Ведь трамвайчик не задавил возле сонного причала. А, вот. Вот где этот барешек. Stick 'em up, cowboy. Пропускаем. Это я уже все видел. Надо как-нибудь к стрельнику обратиться. Вот он зарос как павиан. Космопофигист, у нас в Москве у буржуев тепло. Ну да, тут говорили то, что Серега говорил то, что там у вас что-то чуть ли не плюсовая температура. Я мамке звонил, у нее там что-то она еще пытается посадить. У них там еще чуть ли не лето вовсе. Снега, короче, нету. Так, что этот нигер себе позволяет? Налей бухла. Кофе с козявками. Это настоящий виски из Шотландии. Ладно, налей себе. За виска $2. Доллар стоит стопочка. Это дороговато, кстати. Комнату снять тут стоит, по-моему, доллар. До этого я платил. 50 центов стоит ванне помыться. С особыми услугами 25 центов еще сверху. То есть, ну, почти доллар, короче. Да-да-да, все. Мужик, это летний. Я понял. Сейчас у меня утащат кошелек. Где карманник? You know what I mean, friend? Where can I find him?
Тебе надо, говорит, поговорить с уличными мальчишками в переулке. А, их еще пацанов надо найти. Республика Шкит, короче говоря. Они где-то тут. За поворотом, по-моему, да? О. Здорово, ёпта. Колота. Тут они меня обуют. Побежали. А чё он идет? А, надо сначала с ним пройтись немножко. То есть я им полтинник дал. Плюс еще сверху. Они у меня пытаются кошелек отжать. Такие хитрые маленькие пиздюки. Not that I'm much of a reader myself. Кстати, вот этой сумки у нее на этой, на боку, через плечо, я что-то не замечал до этого. Надо потом обратить внимание, будет ли она висеть по-прежнему. Приготовились и побежали. Он причем все деньги у меня скрысил, все почти 6000. Ну-ка, я эту лошадь могу оседлать, да, Марика? А я так за ним бежал. Ну, чуть быстрее. Все равно мне по скрипту его не догнать. У нас трамваи, блядь, теперь как электрички носятся. Даже быстрее. Кстати, да, на самом деле, только сейчас обратил внимание. Тут трамвай очень быстро едет. Прям чересчур. Так, спрашиваем у этих. Как взрослый мужик не может догнать пацана? У него тупо ноги длиннее. А, ну да. Тут, да, перелезть можно. Там по крыше. Так, так. В принципе, если вор не идиот, то он не должен ждать и смотреть из-за угла. Он должен валить до последнего, убегая. А то как в прятки со мной играет. И все, типа он спрятался. Надо вот у этого спрашивать. А нет, нормально. Спрашивать не обязательно. Как мудак поскользнулся на фруктах. Ну это по скрипту типа надо. Как Джиггернаут просто вышиб набор. Ну все. Лекса ТР. Попра, дрочка. Пропускаем, короче, это дело. Здорово, здорово, Лех. Лекса ТР. Когда стрим по ДС? Стрим по ДС. Завтра получается. Суарм. Ассасин бы перепрыгнул. Ну да, ассасин бы не стал заборы сшибать. Так, вот тут вот. По ДС, значит, стрим завтра. 6 часов. О, вот этому надо, да, денег дали. Выбил я вчера, короче, алебарду. Я про Dark Souls. Ну там вообще отдельная песня. Выбил я алебарду, выбил этот какого щит черного рыцаря, выбил шлем порося.
прокачал алебарду, точнее силу, прокачал до 32, чтобы взять эту алебарду в одну руку. Ну, как бы и вот. Ну и заодно колечко напялил, завалив чувака. Ну, то кольцо, которое позволяет носить тяжелые предметы. Ну, точнее, облегчает их. Так, ну мы сейчас идем к даче. Надо лошадь подзывать, чтобы она подошла ко мне поближе. Да, да, я тут. Скипываем все это дело. Он тут жалуется даче, то, что его обнесли малолетки. То, что он как мудак себя ведет. Сейчас посмотрим. Не могу решить, что же меня раздражает больше, город или болото. И там полно паразитов, рептилий и грязи. Мы уже разобрались очень далеко от этих знакомых открытых пространств. Да, слушай, сумочка у нее все время висела. Не обращал внимания. Так, отсюда мы выходим. Тут у нас священник стоит. Блять, всех телок растолкал. Священник же тут был. Может, он дальше? А нет. Нет. Я слезал с лошади. Ну его как бы нахер. Священник чуть позже появится. Надо сначала с чуваком одним поговорить. Ран-тан-тан-тан-тан-тан. Ну тут он намухиваются они вместе, он говорит ему то, что как все классно. Быть художником, то что он распиздяй. Понятно. С ним попозже будет квест. О, обращаю внимание, насколько медленно едет у нас трамвай. Когда я догнался за пацаном, трамвай ехал раза в 4 быстрее. Дальше. Что у нас тут? Тут-тут-тун. Это у нас... Просто незнакомый. Помощь брату. Ну это священник. Давай чуть назад. Сдадим чуть-чуть назад. Надо священнику помочь и пару людей освободить. Я только что вот оттуда не было никакого священника. Видимо, он милости-то не просит по часам. Пропускаем. Священник говорит о том, что тут вроде как где-то торгуют рабами, и он знает где. Зайди к нашему барахольщику, там что-то не то. Пожертвовать, да. Карму поднимаем. Грасиас. Так. Теперь мы идем на рынок. Как телку под жопу пнул, забавно. Значит, на Луну не улетела. Так, вот сюда. Нет. А, да, сюда. Можно особо не шариться там. Ищите подсказки. Не шариться особо, не шерстить по этим, по сундучкам. Задать вопрос. Он, естественно, будет отпираться. Вот он мне напоминает. Загадочника, наверное, да? Там дурачка строит.
I was always good to them, but they forced me to do it, sir, I swear. Давай быстрее. Побить. Ну давай побьем, да? Почему бы ему вообще не дать? Ну да. Даже стол доставать не пришлось, он и так все рассказал. Нет смысла у него там что-то воровать. В то же время он просто удрал. Крысюка. Гаджеты? Че он говорит, гаджеты? Por favor. Они тут, короче, в обувь шьют. Типа того. Освободи. А я уже стол достал, думал, сейчас надо отстреливать цепь. Но тут и так все нормально. Откуда у Артура ключ от этих замков? Тут вообще в этом плане забавно. Ключом можно открыть замок. Чем-то там еще вот не могу посмотреть. Темно. У меня там что-то в руках. Непонятно. Может отмычка, конечно. Че, вы со мной идете? Gracias. Gracias. Суармб, воришка от Бога. Ну да. Так, возвращаемся к священнику. Только главное никого не убить по дороге. Я вот говорю еще раз, то, что вот у меня почему-то на четвертой плойке, когда я ее проходил, он иногда, Артур, хватал прохожих и начинал душить, хотя я этого не нажимал. Почему так? Я не знаю. Я несколько раз из-за этой херни пришлось мне от ментов откупаться, потому что просто он ловит прохожего, начинает душить, причем сразу же его за один удар убивает. Все, пропускаем, он деньги не взял, подняв себе карму немножко. Дальше. Дальше мы идем, получается, к профессору. Вот как-то так. Да? Да. Ладно, парикмахерская потом. Будем бегать как чубак. Что-то игра маленько подвисает. Вроде ничего лишнего не открыто. Так, опять снова повторяем квест этого чувака. Поздороваться. Мы сейчас будем воровать для него самогон. Суарм, моется раз в 2 месяца, так и стригутся, наверное, раз в 4 месяца. Я думаю, они стригутся вообще, не стригутся. Они, наверное, себе волосы поджигают просто и все. Или отстреливают себе револьвером лишние локоны, как настоящие мужики на Диком Западе. Кстати, вот насчет нелинейности. А вот этот квест побочный. Можно попробовать его пройти нелинейно. В прошлый раз я просто... где плотва? Обычно она где-то, блядь, в мусоре копается. Вот, можно, короче... В прошлый раз я просто взял и всех застрелил, чтобы и забрал у них просто повозку с этим бухлом. Как бы на том и все. Можно попробовать в этот раз. Проследить за этой повозкой. Ну а чё, где плотва-то? Блять. Лошадь.
можно попробовать в этот раз проследить за повозкой и посмотреть, докуда она доедет, чтобы ее оттуда как-нибудь, когда она будет в стоящем положении, за ней мало кто будет наблюдать, попробовать ее так утащить. И еще. Мы сохраним игру. Отдельно. Чтобы не было вот этого дерьма на трусах. Давай так. Там еще кто-то болтает. А, ну это не ко мне. Там кого-то казнят. Пойдем глянем. Можно этого чувака освободить. Можно залезть, допустим, на вот эту крышу и отстрелить ему нахрен ошейник. Пусть вешает. До свидания. Спасибо. Раньше люди не в кино ходили, а на повешение. На электрические стульчики смотрели. Ну, даже как-то развлекаться. Суан, и что тебе за спасение дадут? А, ты потом этого человека встретишь. О, баба уже сидит. Попрошайничает. Ты потом этого человека встретишь, он тебя может как-нибудь отблагодарить. Допустим, на водочку может дать на какой-нибудь сайд-квест. Может, там, допустим, вы вместе что-то ограбите и так далее. Но он явно преступник, и явно что-то с ним нечисто. Так, давай быстрее. Я тебе заплачу и пойду дальше. Да. Суан, не только развлечение, но и наглядно показано, что нарушать закон не стоит. Ну да, совершенно верно. Но все равно, если бы это действительно учило ситуация, тогда бы преступников не было бы после второй виселицы. Значит, получается, народ тупой, ничему его в жизни не учит. Не знаю, я отлично, допустим, за применение смертной казни, потому что некоторые люди сидят пожизненно на нашем гособеспечении, как бы, и пишут письма и надеются даже выйти. Ну или хотя бы за обжалованием своего приговора. Ну, знаешь, некоторые в школе научиться не могут. Большинство научилось. Тоже верно. Некоторые не могут в школе научиться, а некоторым наоборот, и одной школы достаточно. А потом они продолжают, так сказать, саморазвиваться. Это все от человека зависит. Ну, типа, из разряда то, что кто-то и в 26 козявки жрет. Почистим лошадку, чтобы статы быстро не падали. По-моему, здесь какие-то были мини-события. Когда я сюда ехал. Не помню. Суарм,
Красивая игра. Не, ну мир тут правда, тут очень хорошо все прорисовано. Вот так вот просто, знаешь, иногда можно остановиться, позырить пейзажики. Но они действительно прикольные, дальность прорисовки и все такое. Тут молодцы, как бы, в этом плане вообще без вопросов просто. Так, кого-то там хоронят. Ну-ка, подойдем. Отец наш, что рассказать о человеке, который так далеко ушел с праведного пути? Сердце он остался на воде, собрал вокруг себя банду убийц и начал похищать лошадей. Говорите без обидников. Простите, сэр. Мы скорбим. Правда, человек, чья гордыня подтолкнула его жизнь, полная греха и злодеяний. Надо еще что-то сказать ему? Нет? Кстати, вот тут виден контур текстур могилы. Вон, я прям на них стою. Вон, линия. По-другому прорисована. Окей. А зачем я к нему подходил вообще? Я думал, это типа, ну, какое-то рандомное событие. Ну ладно. Так, перед перестрелочкой-то надо что-нибудь сожрать же. Че, я тут мясо зря наготавливал? Давай что-нибудь имнем. Типа вот это. Суармб. Ага, просто текстурка могилы, готовый шаблон. Да, Ctrl-V, Ctrl-C. Давай, чувака не раздавил. Мужик, ты хорош отваляться? Я тут катаюсь. Так, для начала мы идем к стукачу, который нам рассказывает, где найти телегу с самогоном. Узнаем. Ты сами. На что лучше всего потратить сбережения? Нашел сокровище. Получил два слитка. А куда тратить, хозяин? Это у тебя скупщик открыт. Прежде чем у тебя есть два слитка, прежде чем получить с этих двух слитков деньги, тебе надо для начала их обналичить, так сказать. Тебе нужно открыть скупщика. Скупщик тебе меняет золото на бабло. Только так. Я пнул бомжа все-таки. А так, в первую очередь, я, допустим, оделся. Я купил себе боеприпасы, жратвы, полные карманы загрузил. И потом полностью прокачал лагерь. Так, по карте. Это, по-моему, случайное событие, да? Или я должен именно посмотреть фотографии? Точнее, документ, который мне дали. Вот так. По-моему, вот этот документ. Наводка, да, болото Blue Water. Я должен его смотреть. Читать. Вам нужна повозка, идущая на юг. Везите их поосторожнее. Ну, иначе они взорвутся, это понятно. Точнее, надо их не разбить. Это получается, тут один квест как-то вплетается в другой, что-то такое вот. Давай вот отметочку тут поставим. Он все равно туда. Хотя подожди. И чуть дальше. Ну это какое-то случайное, по-моему, событие. Так, мужчины. Это два зэка подрались.
вмешаться. Да. Узы, связывающие нас. Чем вы занимаетесь, дурни? Это мистер Блэк виноват. Все чернокожие виноват, этот Уайт. Вот я уже не знаю, гляньте на него, только не начинай. Я из тебя весь свет вышибу. Давай, я тебя дёготь окунутый трусливый, хватит. Сохранись заранее. Эй, вы выгляди как пара, только что сбежавши с каторги дураков. Да, ну и что? Чем вы занимаетесь? Голодаем. Плакаты с нашими рожами по всему городу висят. И мы не можем даже сходить со припасами. Слушай, мистер, не окажете ли нам дуракам услугу? Вы ведь неплохие люди. Он парень нормальный, хоть и чернокожий. Умолкни, дубина блинномордая. Ты у меня уж хоть здесь сидишь, прекратите. Ладно, я окажу вам услугу. Что вам нужно? Мы не могли бы попросить сорвать плакаты с нашими физиономиями. Хорошо. А потом приходите к костру в лесу, расскажите, как все прошло. А может, заодно принесете нам что-нибудь поесть? Наглей. Странно, но почему-то не появляется квест с этими, как его, с повозкой. Ладно, давай плакаты поснимаем. Ну, первый плакат явно у шерифа где-то должен висеть. Не вижу. Так, вот он. Вон там, на столбе. Там мужика этого. Поговори. Мне нужно подойти к этому плакату у вас за спиной. Можете отодвинуться? Не могу. Их тут полно развешали. Иди найди себе другой. А если я тебе еще в челюсть дам? Поэтому до сих пор что? Еще раз поговори. Пожалуйста, мне его только взять и все. Это займет буквально секунду. Я на него облокотился. Найди себе какой-нибудь другой. Короче, чувак стоит и провоцирует просто. Подвинься, мне нужен этот плакат. О, я подвинусь. Как тебе такое движение? Гнида. Нормально. Только шапочка я потерял. Вот только за потерю шапки я бы готов его уже застрелить просто. Давай. Первый. По-моему, таких плакатов 5 будет. Но все они по 40 долларов. Что-то дешевые жизни у этих ребят. По всему городу, по-моему, штук 5 где-то таких плакатов будет. Причем, по-моему, я бегаю по тому городу, где я только что завалил очень много народу. А, он нашелся еще один. Джимми Холдейкер had a weak heart. He died of a heart attack. Драйв, ничего тут читать. Да, 5 плакатов. Ну, как правило, они на самых главных зданиях будут. Там. Бар. Шериф. Что там еще? Почта, может быть. О, заберите плакат у охотника за головами. Угу, это уже посложнее будет. Спросить. Отдайте мне этот плакат, награду отменили. Хитро, нашел дурака. Этот мой, найди себе другой. Угу. Придется завалить дяденьку-то. Сейчас мы только плоту дождемся. Ты пока далеко, мужик-то, не отходи. Блять, ну вечно эта лошадь в проебе, а ты смотри. Удавкая кобыла, а? Наверное, это не очень правильно охотника за головами убивать, чтобы грабителей просто не спалили. Ну что делать? Будем так сказать.
No, you don't. Shit. Блядь. Чё, он же не может быть живым. Это труп едет вертикально. Забавно. Суарм. Задание есть задание. Да. Труп долго не мог просто горизонтально упасть. Охренеть. А, взять, да. Да не мужика взять. Пусть он себе тут растет на грядке. Я не против. Грабим его. Взял просто из-за бумажки человека убил. Чалька. Так, обратно в город. Если его прям в городе завалить, то естественно за тобой потом толпа будет. Последствия разгребай, задолбаешься. Так, 3 из 5 у нас есть. Ну, я думаю, самое сложное это вот с головами. Ну, с охотником за головами. Больше, в принципе, тут. Остальные, скорее всего, просто так по стенкам будут висеть. По-моему, таким образом они делали мельницу. Типа жернова у них так работают. 2 осла и на весь день. Хуяк. Погнали. Каруселька. Паровой двигатель. Это что они там, капуста растет? Ну, да. Вот. Так, ну где-то здесь явно должно быть еще. Дай мне хотя бы доллар, сволочь. Я, говорит, голодный. Ну вот этому, да, мы еще бабок не давали. Поздороваться, да. Эй, мистер. Пропускаем, да? Можно пропустить же? Ему достаточно бабок, только отслюнявить и будет норм. Не пропусти. Ну, это, видимо, очень важный диалог сюжета. I've been hating on him for so long, if I forgot to hate him, I wouldn't know what day it was. That fella puts a foul taste in my mouth. Man, you ought to get out of here. Ну давай, мужик, быстрее. Денег не надо ему? Понятно. Ну не надо, так не надо. Я еще буду выкобениваться. Так, ну может быть на почте? По-любому один должен быть на почте. Да, вот он. Где-то тут. Даже вот тут. Угу. Так, на почте все. Ну и один, наверное, где-то. Может быть, возле банка вполне. Банк. Ну что-то надо вот по главной улице пробежаться. Где-то он будет отмечен. Ну вот, пожалуйста. Все, собрали. Лошадь опять куда-то удрала. Так, вернитесь к мистеру Уайту с плакатами об их розыске. Они говорят, где-то в лесу сидят. Ну вот только где? О, наконец-то у нас этот повозка появилась.
Я не знаю, где эти мужики, короче. Приблизительно я их встретил возле железной дороги. Вот где-то там, по-моему. Давай-ка, сядем. Ну отойди-то, вот зачем ты лезешь под копыта, сука? Он сам стоит. Так, они где-то вот в этом лесу, по идее, должны быть. Да-да-да, в тупую. Они далеко не отходили. На плакат можно сорвать плакат в городе и посмотреть просто немножко впереди себя. Они прям вот очень палятся среди этих деревьев. Я ничего надуманного не сделал. Мне сказали, тебя разыскивают за убийство. Это было не убийство, а самооборона. А ты убил фермера. Во-первых, я только хотел убить, но он внезапно умер сам. Во-вторых, но он это заслужил. Он... Я не хочу говорить. Но... Зажечь плакат. Да. Это не мое дело. Вот плакаты. До свидания. Не благодарить. По крайней мере, я свободен, короче, ну ладно. Что-то это как-то не к армии и вообще ничего. Странно. Ладно, пошли повозку грабить, наконец. Вот как-то так. Правда, до нее еще пилить и пилить. Я с этими чуваками потом еще встречусь, по-любому. Но не просто так их прописали. Целых 5 плакатов еще развесили по городу. Просто сдать бумажки — это не так. Мы с ними как-то пересечемся. Да, может напрямки сиган. Суарм, пересечешься, заказ на них походу будет. А, нет, я думаю, не заказ, а вот именно... Бля, надо через мост. Я думаю, не заказ, короче. Типа так же ты вот случайным событием их встретишь, и они то ли грабить кого-то будут, то ли что-то такое, короче. Если я не ошибаюсь. Они типа тебе предложат, не хочешь ли типа с нами? Поднимаем карму. Его грызанули. Надо ему немножко отсосать. Я человек простой. Вижу незнакомого мужика в лицо, отсасываю. Окей. Никому не говори. Это будет нашим маленьким секретом. Кстати, а бухла-то ему не надо, на всякий. Ну, видимо. Да. Отсоса ему достаточно. Где лошадь-то? Что делать? Надо карму повышать. Кстати, что там у меня? Ну да, нормально. Сохраняемся, кстати сказать. Ну и в жопу. Только, по-моему, я и вот это перезапишу. Угу, норм. 2 одинаковых файла. Один-то по-любому будет автосохранениями переписываться, а второй пригодится.
прям мой заказ, говорит, зловещая игра, и как будто я, блин, я не знаю, пошел трупы выкапывать. Бежишь в церкви. Кстати, тут замес какой-то будет с куклосклановцами. Пока я их не встречал, но они где-то должны быть. Они прям невооруженным взглядом на дороге попадаются. Ну, там такой же, типа, костерок горит. Вполне может быть. Просто это они. Ну, это город. Суарм. Слово отсос YouTube не пропускает. Высос. Может, пропустит? Странно, по идее, да? Ничего же такого нету. Ну, как бы... Отсос, молокоотсос, это же, блядь, не, ну, не запрещено цензурой. Там какая-то странная модерация у Ютуба, это полный пиндык вообще. Если возрастное ограничение я не поставил, они всегда следят, что на экране происходит. Не, ну правда, вот это болото что-то как-то зловеще все это дело выглядит. Кстати, здесь у нас, по-моему, где-то появляется привидение. Его можно типа встретить, по-моему, 16 раз. Вторая повозка. Дождитесь фургона. Фургон поедет вот оттуда. Я на всякий случай, конечно, возьму дробовик. Карабин. Та-тан. Вот так. Подожди. Вон там повозка. Я вот думаю, может быть, за ней проехать чуть дальше. Хотя там четверо человек. Они вообще стоят. Видимо, игра прям жаждет то, что я должен взять и застрелить там всех, чтобы забрать то, что мне надо. Минус один. Второй почти. Там в башку. Да, не спеша подберемся. Все равно не тупят. Угоните фургон. Заодно еще и себе к этому зоркому глазу добавил. Мы их не будем не обыскивать, ничего. Так, чисто патроны пособирать, чтобы карму, мало ли. Это, скорее всего, мирные жители. Не какие-то не бандиты. Ну, как говорится, да. Задание есть задание. Только мы сейчас еще надо будет лошадь позвать. Давай, все, ты активировался. Да, значит, если повозка остановилась и ждет твоих действий, получается, ты должен обязательно тут ее, ну, как бы напасть. Они тебе, естественно, ничего не дадут. А уговорами бесполезно, так что ты должен обязательно их застрелить всех. А чтобы потом они по скрипту на тебя в этом же районе и напали. Когда ты повезешь... задержанного, ну, пойманного тобой бандита, связанного, ну и так далее. Я думал, какой-то самолет летит, я не знаю, так вжух резко просто полоса света добавилась. Вот, опять исчезла. Ощущение, как будто створки на небе кто-то открывает, закрывает.
Давай, притопим. Блять, опять залипание клавиш, да твою мать. Потом. Полный экран, да. Чё-то сегодня начинает. Сегодня ещё как-то на 10 минут работы ночную. В принципе, время позволяет полностью весь этот квест выполнить, чтобы уже следующий стрим начать конкретно, на чем остановился предыдущий. Суар, ночное небо прекрасное и немного страшное. Ну да. Пропускаем. Самогонщик радуется. Вся фигня. Дальше. Задание выполнено. Где кобыла? Далеко лошадь не уходит. Давай полностью, короче, заканчиваем квест с этим электрическим стулом. Где у нас этот мужик? Угу, вот профессор. Надо в ментовку сходить. Где-то здесь надо найти типа надписи на стенах 5 штук. И по этим 5 надписям составить пентаграмму, в середине которой будет место расположения вампира в этом городе. Ну, НЛО я уже посмотрел, так что вампир уже как бы ладно. Получится, так получится. Ну, это чисто случайно должно найтись. Специально прям ходить это искать. Не вижу смысла. Это надо весь город облазить. Кстати, вот тут прикольный будет поход со своей тёлкой вот в этот театр. Я вот помню. Мини-квест этот. Чё, орёшь? Тебя брызгали, что ли? Да, у меня было приятелей похуже. Да похер ему, он ушёл вообще. Ну и ладно. Не хочет общаться, так и ладно. Ау. Лошадь моя кого-то сбила. Я не виноват, это она. Так, надо в саму ментовку зайти. Ну и так пойдет. Чё, спокойно. Это ограбление. Чё вы нервничаете такие, поскочили, блядь. Я захожу во все двери так. Не переживайте. Чё, базарить-то будем? Фотки найду. Давай, говорю, бабло мне. Понятно, это не скипать. I'm familiar with the man and his work. Tell you what, I'll give you a permit, but it's gonna cost you $100 in fees. $100 опять. Ну ладно.
Who do you think they'll let out first? Not interested. Okay. Well, the price is fair. Here you go. And here, sir, is your permit. Надо взять у нее что-то. Formalities, of course, such as finding a suitable candidate. Подождем. Не будем торопиться. I'll tell that to the professor. Good luck. Все. Вернитесь к профессору. Так, а Чукарита у нас почти на другом конце города, да? Вот. Другие, короче, пока вопросы взрывать не буду. Давай, наверное, на лошади поедем. Потихонечку. Чуть-чуть побыстрее будет. Ну, вот так хотя бы. Так я точно никого не снесу. Ай-яй-яй-яй. Промашечка. Эй, все, попал. Здорово, здорово. А как вам, блядь, помеха справа? Че, дорожные правила никто не учит? Профессор где-то по прямой. А нет, море там. Давай, самогонки мы ему заправили, наводку дали, он сейчас даст добро, и мы топаем к чуваку, ловим его, тащим обратно. Потом его надо будет подождать, короче, и он появится у ментов. Осмотреть документ, да. Все, все поняли, убираем. Вот вам. Вот я ее позвал, она даже просто, она просто башку подняла. Вот как так? Это медленно заторможенные реакции лошадь. Так, где этот клоун сидит-то? Да ладно. Не отметилось типа еще. А, вот. Все, пилим туда. Суарм, заколебал ты ее, видимо. Может быть. Но я не знаю, она как-то реальная, блядь, заторможенная просто. Ты ее свистишь, как бы, она должна, по идее, ну, приезжать. Вон вообще в киберпанке, там только на машину нажмешь, она у тебя сразу же чуть ли не с потолка сыпется. Так, надо было лошадку, да, покормить? Так. Так, тут по идее у нас было случайное событие. Баба едет с мужиком. Вот так мы достанем пистолеты. Примерно с этого момента все пошло типа наперекосяк. Но не факт, что такое событие сейчас произойдет опять. На 50, короче говоря. Ну, буквально за следующим поворотом, да, по-моему? Да, вот здесь. Естественно, тут уже никого нет.
Хотя подожди. Он кто-то скачет. Никого. Ну вот о чем, собственно, и требовалось доказать. Сейчас, секундочку. Волки, что ли? Да, волки. Ну так-то я ударяю от него-то их отогнал. То есть самому бы не подохнул. Достаточно одного волчара бить. Ну давай, 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 берись, ёпта. Блять. Спасибо. Суармб. Эх-эх-эх. Ну, я хотя бы карму не просрал. Когда проходишь мимо вроде таких событий, то можешь просрать карму. Так, надо что-то сожрать. Ну, хочет, давай ты. Готов. Ну, и шапочку. А то не солидно. Давай шапочку оденем. На волка надо самое то дробаш какой-то брать. Пистолетами их не завалить, они очень быстрые и... Дохрена надо выстрелов, только в одного волчара, он быстрее тебя сожрет. Они потому что сначала крутятся возле тебя, а потом бросаются и тебе пизда как бы. Хотя у меня получалось медведя валить. Странно, но он просто медленный. Он пока до меня бежал, я у него уже там несколько выстрелов долбанул. Там оставалось только ножом маленько добить. Это лошадь грязная. Спечка. Привет, дружище. Ну как у тебя дело продвигается? Лайкос по традиции поставил. Здорово, Спектр. Продвигаются дела, в смысле, где? В игре? Ну, я тут... Недавно разработчики на 4 часа назад здесь откинули. Вот перепрохожу заново. Так, эти гаврики у нас сидят, короче... В лагере. Надо будет хорошую винтовку взять. Но остальное там просто хватаешь любую лошадь и все. Неплохо. Да, неплохо. Я аж охуел немножко. Получается, предыдущий стрим был бесполезен в качестве сюжета. Пидорас, что могу сказать? А так я бы без лошади остался. А это важно. Так, где-то они тут. Суарм. Неплохо откинуло на 4 часа. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Давай, винтовочку. Самую борзую у нас. Вот это вот. Спринт фигура.
Давай-ка на коня поближе. Ну и в жопу. Может быть, он успеет все-таки подойти. Вот это вообще можно постаться завалить. Ну, мы его так все-таки. Давай, ныкаемся. Кстати, вот интересно, если всех коней перестрелять, это у него не будет... плохо, это просто жесть. Словом, а то он не пропустит. Интересно, всех, если коней перестрелять, ему будет на чем убегать от меня? Ну, типа, игнорируя людей. Всю перестрелку в целом. Взять лошадей жевачек. Так, он убегает. Окей. Хватаем лошадь. Блять. Как мне можно гнаться за одним, когда мне нужно убивать других? Где эта пидорская лошадь? Пиздец. Съебало куда-то в другой штат. Какая сложность? Тут сложность не выбираешь вообще. Ее тут нет. Суарм. Она по умолчанию. Она по умолчанию. Как в GTA то же самое. Сложность вся в кривизне. Давай этого сакуна вырубаем первого. А блять. Ты чё, больной? Вот как? Долго заряжается. Блять, ну у меня уже дохуя жизни снесли. Потому что стоял тупо в открытом месте. Где этот Гаврик? Куда он ушел? Блять. Да ебись ты колотись, сука. Ну хоть смерть бесплатно. Не буду я лошадь. Справился и без нее. Блять, ты еще не умер, нахуй? Пизданутый какой-то. Почему не прячешься? Понятно, не хочет он прятаться. Ну тут ни деревья, ни хера нету. Вот они просто, они полукругом стоят возле тебя и стреляют со всех сторон. Охуенно чё. Я не знаю, может быть, надо обойти с другой стороны, чтобы их валить было удобно. Что-то камешек это так себе зачищает, я смотрю. Да блять, ну. Right there,
Так, давай-ка зарядимся получше. Что по два выстрела что-то не очень улыбает. Почти. Вы всех убили. Давай, он убегает. Ну вот я не знаю, выстрелить по лошади, наверное, не вариант. Ну, типа, чтобы он вообще не убегал. Я поймал, но только, по-моему, лошадь я поймал. Или какой-то камень. Все. Держим. И связываем. MR.toast. Сегодня до скольки? А вот я уже и заканчиваю через 7 минут. Сегодня в ночь на работу. Ну, тут осталось отработать. 9-го уже отпуск начинается. Это мудак, что ли? Ты не мог донести его, надо было поскользнуться и на жопе съехать, чтобы потерять тело. Эй, доберите это говно. MR.toaster. Принял, понял. Он почему-то его не берет. Давай, где плотва? Она, короче, где-то пасется. Очень далеко. Почему-то у лошади навязчивая идея убегать за город. Наверное, что-то с ней не то. Ну, в плане том, то, что она, может быть, умственно отстала какая-то. Дай-ка его треснем, чтобы он не разговаривал. Поболтать-то мы уже с ним успели. Кстати, бы надо сохраниться, я думаю, да? Ладно, не будем терять время. Сейчас до города мы его по-быстренькому домчим. Только надо эти пикалеты-то достать. Сейчас на нас самогонщики нападут. Ну и все, в принципе. Мы мужика этого сдаем, короче. Будем стрим завершать. Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd, maybe hairbrained, but I got no reason to doubt. По сути, короче говоря, всего сегодняшний стрим начался, тем и закончился. Все из-за того, что, блядь, рандомное ебаное событие мне все испортило. Ну и плюс сохранение еще волшебное, автосохранение. Поднасрали, короче. Well, as I said, I can pass on his assurances that this is a most humane way to go. It'd be just like, well, like switching off a light. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. Oh, they would. And we got a permit and everything. You was in animal husbandry, am I right? Well, you ever seen lightning strike livestock, Mr. McDaniels? Так, где-то здесь, по-моему, самогонщики будут нападать уже. Где-то рядом. Вот, чуть-чуть пришпорим маленько. Давай разгонимся. Вот после этого озера, короче, как раз после моста, по-моему. Нет, еще чуть-чуть дальше. Вот после, вон там второй мост. Вот туда. Там мне будут предъявлять за мои грехи. И херово, что по-другому-то тут не уйти.
давай в кучу соберем. Пистолеты. Пистолеты, где мы? Угу. В этот раз они не особо прытко, я смотрю, гонятся. Ну, давай. Шуганем чуть-чуть. Вот так вот. Все, я думаю, у них вопросы отпали. Нет, смотри-ка. Навязчиво. Навязчиво преследует. Минус один. Второй. Я думаю, хватит. Больше не преследует. Блять, вот вы серьезно? Ёбаные поребрики нахуй. Бордюрчики. Сука. Пидармот, еще и платова ускакала. Лошадь, ты не хочешь мне кое-что? Пиздец, вот как она так копытом за, вот за такую херню зацепилась? Ёбаный чистокол, блядь. Вот как это происходит, блядь? Ай, блядь. Это пиздец. Че и вся в говне, он ушатанная. Так, мужик, все, тебя пора казнить. Поехали. Электрический стул не ждет. Погрузи. Ого. Кстати, музычки не хватает в лошади. Я бы ей запердолил какой-нибудь маленький магнитофончик. Прямо в очко. В GTA это очень в тему легло, как бы, когда на фоне музяка какая-нибудь лобает. А тут постоянно только слышишь, как лошадь хрюкает, копытами стучит. Ей бы какие-нибудь саундтреки. Так, все, приехали. Профессор will be real pleased to meet you. Все, он сейчас самого самостоятельно оттащит мусора. Брось. Wonderful. Wonderful, говорит. Пропускай. Бла-бла-бла. Все. Ну тут наше полномочие все. Потом мы, короче говоря, уже будем казнить этого чувака. Ладно, ребят, будем завершать стрим. Всем спасибо за просмотр, поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Как он такой тряски не помер? Ну, он, наверное, очень жить хочет. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Пишите комментарии. Давайте, всем удачи, пока. Да какой социальный клуб вообще?